Зима не повод, чтобы отложить соревнования по легкой атлетике на теплое время года. Благодаря современному спортивному комплексу «Олимпиец» молодые спортсмены имеют все возможности для того, чтобы проявить свои лучшие качества. Чемпионат и первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди молодежи прошли в Славянском спортивном комплексе «Олимпиец». Все спортивное оборудование комплекса, по словам специалистов, соответствует нормам, достаточным для проведения соревнований высокого уровня. И в Славянске такие состязания проходят нередко. Чемпионат Краснодарского края – это у нас является отборочным соревнованием к чемпионату России, который будет 12-14 февраля в городе Москве. Значит, здесь участвует 15 территорий Краснодарского края. Программа чисто легкоатлетическая, которая проводится в закрытых помещениях. Это традиционный бег 60 метров, 200, 400, 800, 1500, 3000 прыжки в длину, в высоту шестом и толкание ядра. Здесь собралось более 200 кубанских спортсменов из Новороссийска, Краснодара, Геленджика, Усть-Лабинска, Тимашевска, Темрюка, Абинска, Лабинска, Крымска, Тихорецка и из других городов. В нашем городе спортсмены со всего края чувствуют себя как дома. Мастер спорта по легкой атлетике Елизавета Чернышова довольна началом спортивного года. Ее любимый вид спорта – бег с барьерами на короткие дистанции. Люблю спорт, особенно легкую атлетику. Меня мама как отдала с детского садика, и все, я начала бегать. Настрой боевой. Конечно, надо отбираться на Россию и показывать более хорошие результаты. Многоборка Алина Подгорнова пока только наращивает форму, готовясь к ответственным выступлениям. Но первые старты уже радуют. У меня за всю историю, сколько я выступаю же в многоборье, так получилось, что у меня все виды, как бы в общем многоборье все среднее, ну как бы все плавно идет. И поэтому, ну это как бы хорошее качество для многоборья. Я решила, ну, остаться многоборкой. Самое впечатляющее, когда я выполнила мастера спорта, это было 2 года назад в Смоленске. Славянский район представляли 12 спортсменов. В их числе была и Татьяна Куролесова, которая стала первой в прыжках с шестом. Спорт этот я выбрала не случайно, привел меня папа, и как-то зародилась любовь именно к прыжкам с шестом. Вот я уже 10 лет тренируюсь, не представляю своей жизни без этого. Да, конечно, нужна некая отвага, я бы сказала, упорство, без этого никак. И многие выбирают именно прыжки с шестом, сейчас он очень популярный. И еще двое наших шестовиков стали обладателями золотых медалей. Виктор Ольховнев и Никита Крыловской. Серебряным призером в прыжках с шестом стал Юрий Власов. Бронзовая награда у Сергея Турчанова. Николай Гаркуша победил в прыжках в высоту. Второе место у Алексея Кононова. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».